Ксения Собчак уже скоро переедет в новый загородный дом, строить который начали еще до пандемии. Ведущая купила участок в том же поселке, где расположен ее семейный таунхаус. Там телезвезда жила несколько лет, но после свадьбы с Константином Богомоловым она решила, что ей стало не хватать места в доме. Тогда Собчак решила вложиться в более просторное семейное гнездышко. Как выяснилось, на первых этапах стройки у ведущей случился скандал с соседями. Рабочие, подводя к дому коммуникации, нарушили порядок в элитном поселке. Они, как сообщает источник, начали копать траншею слишком близко к забору соседа. Ему это не понравилось, и он высказал бригаде претензии. Те пригласили к участию в разборках охрану Собчак. А дальше дело дошло до заявления в полицию. Мужчина рассказал полицейским, что его семье нанесли не только моральный вред, но и имущественный. Фундамент дома из-за траншеи стал разрушаться, а забор и вовсе завалился из-за действий строителей. Один из них толкнул ограждение во время работ, после чего оно упало в нескольких сантиметрах от матери заявителя. Женщина чудом не пострадала. К серьезным последствиям ссора соседей не привела. Собчак уладила конфликт и вернула мир в элитный поселок. Как именно разрешилась ситуация, обе стороны предпочитают умалчивать.